Всем привет! Сегодня снова с вами Басон, и мы продолжаем проходить игру Alan Wake. У нас выкинуло с вертолета из-за ворон. Мы должны пройти на электростанцию. Так, посмотрим, что у нас хоть с оружием-то. Вообще оружия нету. Ну, револьвер. То есть, получается, мы потеряли опять все. И опять все собираем. Ну, хоть так, ящик с патронами. Так, ничего здесь нету. Ну, как обычно. Один минус. Так. Ты мужик. Ай, блин, зараза, а? Где ты там? А теперь можно и на тебя светить. Готов. Так, патроны можно заполнить хотя бы. В этом недостатка у нас нету пока. А вот батарейки, что получил, все истратил. А, тут даже подлечиться можно. На свету зашибись. А вот и батареечки. Патроны к револьверу. У нас максимум. О! Зашибись. Так, давай, бери. Так, еще батарейки. Все собрали. Так, это револьверские. Дайте лучше фонарик-то другой. Вот какой-то обзор маленький. Блин, чё здесь сейчас будет весело? Ребята. Извините, конечно. Да ладно, откуда же влезете-то? Зря бочки потратил только. А вот вы и подошли. Ах ты ж зараза. Ах
А, зараза. Да как же так? Блин, за какой-то сраной бочки уперся. Зато теперь знаешь, что здесь можно сделать. Ох ты, зараза. Мужики. Давай, мри, засранец. Один готов. Второй тоже. И на тебе, фаер. Чё, всё? Блин, столько патронов изгандошить у них. А вам еще револьвер, кажется. Так, дробаш зарядим, на револьвер перейдем. Тут такой городок, что столько населения уже нет, сколько я перестрелял. Фонари-то типа контрольные точки. The power plant glowed in the night. It was close, but I had to find a way across. Да, и перебраться как же? Так, а что там он? Возможно, тайничок. Надеюсь, там световые гранаты. Ну, грубо говоря, немножко и так сойдет. Один фаер, одна граната. Оба-на! Если это наступлю, от меня фигча останется. Да будет свет. А, то есть оно включается еще. Ладно. Ах ты, зараза. Так, где ты там? Гомосек ты сраный мелкий. Подпёздыш. Подлечиться. И патрон заодно. Так, надо перезарядить все оружие.
Так, туда точно не пойдешь. Блин, с тобой в замкнутых пространствах находиться, это... А каска защищает. Но все равно. От пули не защитит. Да, даже здесь это говно развелось. Давай, бери все. Так, здесь закрыто. Здесь тоже. Там кофеек. Кофеек, плюшки стынут. Йо. Как бы тут самому не остынуть. И мой маленький. А тот чё? Ах ты говнюк. Перебьешься. Лови и жуй свинец. Кофеечек мы попьем. На и вопрос, как туда? Ух ты. А как туда залезть? Нифига себе тут под станцией. Пивасик. А там ничего нету, да, у нас? Ладно, пошли дальше. Фига тут. Тачки разбитые и брошенные. А он простой сотрудник, блин, какой-то в рубашке, блин. О, патроны. Что еще здесь есть? От сигналки. Блин, а у меня же, оказывается, сигналка есть, я что-то забыл про нее. О, тормозочек еще один. Блин, чувствую, еще пока этот мост развернется, здесь ничего-нибудь вылезет. Ну, граната есть, сигналки есть. Блин, вот кто меня за язык тянул? А, я думал, он назад разворачиваться будет. А,
Он теперь по кругу, короче. Ага. То есть, если я сейчас на мост зайду, там, скажем, на мосту вся хрень вылезет. И начнется веселуха на мосту. А мне одеться некуда, пока этот мост крутится. Варианты? Вариантов нет. Заходим, и начинается веселье. Да. Главное, чтобы меня еще не спихнули. Мне, в принципе, достаточно вот такого. Ну вас нафиг. Так. Самое время, блин. Тут у нас ничто не завалялось. Нет, ну ладно. Типа мне подсветка, что ли? Ребят. Но это как-то не в тему. Дайте света. Блин, револьвер уже не катит. Нужно что-нибудь типа магнума сюда, блин. Ну чё, пошли дальше. О. Дайте вас соберу, а. Ах ты ж, блин. Ребят. Пипец, сколько жирных сразу лезет вместо мелочи. Так, еще сигналка есть. Перезаряжу-ка я ее. Это очень хорошая штука. Готовые вороны. Опа, тайник. Зашибись. Вот это в тему он. Так, гранаты, сигналки. Так, здесь что у нас? Батарейки, патроны.
Вот этот звук мне всегда не нравится. Ух ты, ёкарный ВБ, сколько ж вас тут? Блин, плюс 2 фаера потратить. Они еще такого цвета, блин, что они сливаются с фоном, вообще их не видать, где они там. I recognize the logo on the power plant sign. I'd seen a version of it painted all over the area, signifying hidden caches of supplies. Уже что-то состыковывается. Hold it right there. Miss Weaver, Cynthia, I'm a friend. Prove it. You knew Zane, Thomas Zane. You're the lady of the light in the song. You can help me. About time. Young man, I've been waiting a very long time for you. Фига себе, света. Excuse me? What you need to drive the darkness back. The well-lit room is at the dam. I built the room to keep it safe. Will it help me find Alice? Will it get me back to the cabin? Fine, let's go. I can get my friends to come back with the helicopter. Oh, we won't go outside. Never at night. That's rule number one. You've been breaking the rules, young man, and where has that gotten us, hmm? Oh, I have a secret route. A leak route. Old water pipe. Something was damaged at the transformer yard. It's drained all the reserve power. Without it, the pipe will go dark. The power to the yard must be cut. Let me guess. You want me to... Ладно, так, давай заряжаться, что у нас есть. Затариваемся по полной. Так, батарейки. Тут еще батарейки на них не взять. Фаеры. Гранаты, зашибись, бабуся, живем. Так, что у нас здесь? О, вот это. Вот это нормальный фонарик. Так, сначала здесь покопаюсь. О, еще. Зашибись. Все цветочки сдохли. Батарейки еще. I cannot take you to the well-lit room if the lights in the pipe go out. Так, и куда нам? Ну, хоть, слава богу, что-то нам дали. А, ну ладно. Он реально быстрее выжигает. Случайно третья пуля и один труп. Прям реально пуль колбасит так их вообще. Weaver had sent me to cut the power to the transformer yard. I was willing to do grunt work for her to get her to help me. I hoped Weaver was dependable. I'd stumbled into this crazy world a little over a week ago. She had been living this insanity for decades. Че у нас там за домик?
Ну, что у нас тут сейчас? Не понял. Ух, нифига себе там. I could see the kill switch that would cut the power to the transformer yard. Now I had to find a way to reach it. Так, как туда попасть? If I could figure out the gates, I could use them to get to the kill switch. Я думал, там switch. Тайник можно зайти, там столько всего интересного. Зашибись. Стопэ. И как? Шлюзы. Угу. А, во как. Ну, попробуем так пройти. Так, первым прошли. Второй прошли. А третий как? Получается, нужно, чтобы все три были активированы одновременно. Зашибись. Все три. Так, соберем все остальное. И то есть они случайно теперь работают. Давай, куда? Ты чё? Чё это было такое? Ну давай, давай. The transformer yard went dark and dead. Weaver's water pipe passage should now be good to go. Теперь вот так, что ли, бежать надо? Так, подождем. Нормального момента. Фу, а то фиг знает, что ты свалишься еще там. Блин, там указывается. Safe haven. А как туда попасть? Там дофига всего. Я бы там зад... Мужики, блин, напугали-то.
Ты гомосек. Я тебе сейчас накормлю. Твою мать, что это было? Ух, ё! Ребят, держите вам подарок. На всех. И валим оттуда нафиг. Разговор короткий. Блин, весь револьвер израсходовал. Давай, бабуся, открывай двери. О, туда нас запустят теперь. Дайте лучше патронов, блин. Одни батарейки. Я что, батарейками стрелять буду, что ли, у них? And woke the darkness up. He tried to bring her back, but you can't do that. There are no free rides like that. I'm starting to realize that. In that case, young man, perhaps you're сколько тайничков, ящиков. The witch looked like her, but it wasn't. Barbara was sweet. He didn't understand until it was too late. He tried to undo it, wrote himself, her, everything he'd ever written out of the world. О, патроны, наконец-таки. То, что надо. Так, перезаряжаем все. Блин, жалко в тех ящиках нельзя покопаться, там может быть не будет дофига всего. Ну-ка, так. Ружье лучше. Мощнее. Хотя... Там 12-8. Ну да. Хоть патронов меньше, но он мощнее. This pipe will take us directly to the well-lit room. Okay, I need to call my friends, tell them where we're going. Hello? Ow! Barry, we're headed to the dam in one of the pipes. Meet us there. Okay, I'll tell Sarah. It's Sarah now? We gotta go see if they're okay. They're probably dead. You must reach the well-lit room. This is no time to be a selfish idiot. That's my best friend. Well, разбился. I'll use the pipe. I'll meet you at the dam if you make it. Блин, ты как солдатиком, что в воду прыгаешь, придурок. Блин, ладно, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайся на мой канал, ставим лайки, оставляем комментарии под видео. Ждем дальнейшего прохождения игры. Всем удачи, всем пока. С вами был Басон.